Что будет с погодой на выходные, узнаем прямо сейчас. На связи с гидрометцентра Лариса Дрожина. Лариса, так что, осадков ждать в Сибири? К сожалению, сильных изменений в погоде не ожидается. В выходные дни по-прежнему будет жарко, с температурой 24-29 градусов. Местами пройдут ливневые дожди с грозами, в основном в северо-западных районах. После довольно продолжительного периода сухой погоды чрезвычайная пожарная опасность отмечается и в центре страны. Но уже завтра, в субботу, пройдут кратковременные дожди с грозами. В ночные часы будет от 10 до 17 тепла, днем плюс 18-25. А в воскресенье температура понизится еще на 2-3 градуса. Прохладно и дождливо будет в последние летние выходные в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Термометры покажут там от 16 до 22 градусов. Еще ниже температура в Карелии – плюс 13-18 и ливни с грозами. В Архангельской и Вологодской областях в субботу дожди могут быть сильными и сопровождаться грозами. При северо-западном ветре днем будет всего 11-17 градусов. В Коми и Ненецком автономном округе – плюс 8-13, а в ночные часы местами до минус 2 градусов. Да, лето подходит к концу. А где еще ждать похолодания? Ближайшей ночью слабые заморозки возможны на севере Приволжского района. Днем в субботу с приближением запада циклона и атмосферных фронтов пройдут грозовые дожди, но будет еще тепло. Плюс 15-21. На Средней Волге 23-28. В воскресенье погода останется неустойчивой и заметно похолодает. Зато на юге европейской территории погода останется солнечной и жаркой. В Крыму и на Черноморском побережье до 32 градусов. В субботу в основном без осадков, в воскресенье локальные дожди с грозами. Температура морской воды 23-25, в районе Сочи 27 градусов. В Санкт-Петербурге в субботу дожди продолжатся, днем местами ожидаются грозы, термометры покажут 18-20 тепла. В воскресенье будет еще на градус теплее, осадки постепенно прекратятся. В Москве в предстоящие выходные летнее тепло сменится дождями и прохладой. Станет больше облаков, уже завтра ветер перейдет на северо-западный. Температура воздуха приблизится к своей климатической норме. Температура ночью в субботу 15-17 градусов, воскресенье 11-13. В дневные часы будет от 18 до 21 градуса. Прохладным будет и последний день лета, понедельник. И всех, естественно, интересует, какая погода будет на 1 сентября. Порадуете? Ну, по нашим расчетам, пройдет небольшой дождь. Ночью будет всего плюс 5-10 градусов. Днем 16-21 тепла. Так что зонтики и куртки не помешают. Да, не очень радостный прогноз. Спасибо. На прямой связи с гидрометцентра была Лариса Дрожина.